Всем приветик, мои дорогие друзья! Снова рада вас видеть у себя здесь в гостях на канале. И добро пожаловать сегодня со мной на распаковку моего заказа Avon в каталоге 5. Майский каталог. Давайте посмотрим, что же у меня здесь в заказе. Итак, я уже сняла для вас обзор каталога нового. Конечно же, пришел новый каталог, где у нас представлена будет новиночка. Даже будет две новинки. Конечно, хотелось бы больше, но имеем, что имеем. Мне уже написали в комментариях, что-то там скучный каталог. Ну, друзья мои, у меня есть моя команда, у меня есть люди, которые с удовольствием пользуются. Они по всей России, и я для них снимаю всегда и распаковочки, и для вас в том числе, и снимаю листалочки каталога, потому что они ждут, и вы наверняка тоже. Итак, у нас выходит новый крем с протинолом, здорово, который мало того, что он с протинолом, он еще и, как там рассказывает компания, он будет стимулировать выработку собственного коллагена. К большому сожалению, нет на них пробников. Я бы даже взяла себе, возможно, маленькие, бывают по 10 мл крема, но их тоже нет. Если позже появятся, я себе возьму, потому что для век с протинолом мне очень понравился. Для лица, вот, либо большой. В общем, сейчас можно взять в фокусе его за 1119 рублей. И тогда в этом каталоге, вот от этой цены, у вас будет дополнительно 10% скидка. То есть 739 рублей. Минус у вас будет скидка 25%, если вы первый раз вообще размещаете заказ в Avon. То есть, если вы еще не были зарегистрированы. Получается, цена там около 500-600 рублей. Вот это круто, я скажу вам. Но так как я не в первый раз в компании, то как бы вот, да, я уровень серебро, но я не добирала себе минимальную сумму, сейчас у нас для серебра была акция от 3000 рублей и от 5000 рублей. Я вам сейчас просто покажу, что у меня заказали. Здесь из моего будут только пробники, которые мне прислала компания в подарок, вот так. Редко такое бывает, но сейчас прям приятно. Так, еще будет приятная цена здесь. Сыворотка с протинолом, которую многие любят. У нас обновленная упаковка, это не новинка, это просто обновленная упаковка. А вот эта сыворотка, где у нас ампулы, она очень классная, на нее много очень хороших отзывов. И она у нас выходит тоже сейчас то ли временно, то ли не временно. Она как бы снималась, не снималась, но я знаю, что ее убирали. Сейчас она, в общем-то, вернулась, ну, такая цена приемлемая, приличная. У нас еще выходит, ребят, здесь какая-то интересная новинка. Это аромат Имари на розовой воде с персиком. Это прекрасно. К сожалению, нету тоже пробников на линейку Имари. Она считается как бы из бюджета. Хотя, извините, уже 1000 рублей. Но при покупке двух ароматов с, ну, там, некоторых страниц, мужских и женских, можно взять третий в подарок. То есть это выходит выгодно. На 2000 у вас получается 3 аромата. Это уже приятно. Ну и вот такая будет интересная акция. При покупке на 1000 рублей вот такой набор за 649. Классно. И от этой цены еще скидка 15% срабатывает у всех, независимо от вашего уровня привилегий. А сейчас, ребята, давайте посмотрим, что же у меня здесь в заказе. Ну, во-первых, так как я координатор, мне за какие-то мои заслуги вложили вот столько пробников новиночки Everlasting. Эта новинка у нас вышла в том каталоге, я снимала для вас обзор, я себе заказывала за денежку вот эти пробнички, а сейчас мне прислали вот в подарок. Я вам рассказала про этот аромат, это сладкий такой уходовый аромат, здесь есть миндальное молочко, здесь есть ноты груши, нероли, нероли вообще все линейки Today Tomorrow Always есть, вот такой потрясающий красивый флакон. И вы знаете, он мне напомнил ароматы Traction Intense, там есть кокосовая эссенция, здесь миндальное молочко, и почему-то вот мне именно здесь отдает тоже немножечко таким ореховым, кокосовым, вот таким вот молочком уходовым. Красивый аромат, уходовый, пудровый такой, белоцветочный, если вам так, да, не роли, это что же белый цветок. Вот такая новинка. Это вот мне прислали пробники. А это у меня заказали. Сейчас при покупке аромата Everlasting 2199 рублей, по-моему, он выходит. Идет всего лишь за 1 рубль вот такой интересный набор, в который входит вот такая сыворотка. Сыворотка Advanced Technique. Она большого довольно-таки объема, 100 мл. И она идет двухфазно. Видите, там маслица есть. Мы ее вот так стряхиваем, наносим на кончики волос, потом сушим феном, либо делаем укладку. Если, чтобы не пережирить, надо совсем-совсем чуть-чуть. И запах у линейки такой довольно-таки приятный. Я это именно никогда не покупала себе, вот такого плана. Но у меня была сыворотка именно как такая силиконовая масляная, маленькая, 50 мл.
Те сыворотки мне нравятся. Вот такой спрей я не брала, поэтому на моем канале нет отзыва на это средство, но как-то пару раз у меня клиенты заказывали. Поэтому, если вы пробовали, пишите. Может быть, она сильно жирнит, честно, даже не подскажу. Не знаю. Если я не знаю, я никогда не буду вам что-то тут выговаривать. Так, дальше. Сыворотка, сыворотка. В каталоге было заявлено у нас, что будет миниатюра идти Everlasting, но там идет замена. И замена приходит вот такой аромат, аромат This Love. Аромат This Love в каталоге стоит 400, 489 рублей, но я округляю 500 рублей. Вот такая миниатюра, то есть ну это хорошенький такой, хорошая замена. То у вас десятка такого и такого, а здесь получается два разных аромата. Этот аромат, он тоже белоцветочный, но здесь жасмин. Жасмин не сладкий, этот аромат свежий, водянистый. Много очень, я вам рассказывала отзывов про этот аромат, с гуавой, с арбузом, жасмином, он такой, знаете, водянистый, такой нежный, такой, знаете, вот первые ручейки, вот мне такая с ним ассоциация, он очень легкий. И в свое время я сносила его сотку, не знаю, как это случилось. Мне он очень нравился. Мне писали кто-то в комментариях, что он недостаточно стойкий. Я не буду вам говорить про стойкость, на мне часа 4 он слышится. Для меня это ок. Если для вас нет, тогда для вас не стойкий будет. Поэтому тут как бы у нас у всех свои мнения. Да? Кому-то надо шлейф на там 2 дня, я вас прекрасно понимаю. Я не люблю, чтобы аромат сильно долго был слышен. Для меня 4-5 часов это предостаточное уже звучание аромата. При том, при всем, у меня есть ароматы и по 20 тысяч рублей, пробники от Леванты и миниатюры. И там бывает пару часов аромат звучит, который стоит 20 тысяч. А здесь как бы, ну, недорогие ароматы, поэтому к ним претензии, мне кажется, предъявлять. Ну, тут смотрите сами. В общем, вот такой аромат. И еще к этому набору, вот это все 1 рубль. Вот это, вот это и вот это, все три средства 1 рубль. Это бальзам. Бальзам в оттенке розовом, который сейчас стоит 269 рублей, вот в июньском каталоге. У меня такого бальзама, кстати, не было, а заказ этот у меня клиентский, моей сестры. Я думаю, она мне свои отзывы расскажет, и я с вами потом поделюсь. Так, это что касается, значит, этого. Ну, я добивала заказ, мне надо было на 2500 минимальный заказ сделать. Заказала у меня клиентка тоже. Вот такой крем, увлажняющий, тройной уход, 3 в 1. Увлажнение, мягкость и защита с витамином Е. Сейчас в каталоге снижена цена. Временно или постоянно, не могу вам сказать. Компания сказала, посмотрит, как нам понравится такое снижение цен на уходовые продукты, ну, ежедневного, самых ежедневных потребностей. То есть вот такие бюджетные линейки кремов, пенка для умывания Avon True, 279 рублей, это классная цена на нее. Также на дезодоранты, на тоник, вот такой тоник тоже снижена цена. Они были по 189, 219, сейчас они по 150 рублей, и здесь объем 150 мл. Тоник с розовой водой, он идет без спирта. Ну и вот на такие спреи. Спрейчик тоже мне заказали, они сейчас у нас, ребят, по 149 рублей, все спреи. Заказали спрей «Малиновое удовольствие» со смородиной. Лично я почему-то, я не люблю этот запах, вот именно малину и смородину, ну я не знаю почему, мне кажется, он немножечко химозный. Хотя я знаю, что очень многие любят этот аромат, поэтому, знаете, все очень сугубо индивидуально. Даже вот, вот так. Ну, еще вот такой пробничек у меня заказала одна клиентка. Они, по-моему, по 35 рублей, сейчас не вспомню. Это аромат «Счастлива», «Счастлива», «Будь счастлива». Я снимала на него обзор. Аромат, который полностью копирует пирамидку снятого аромата «Альфа». Он очень сочный, он очень такой, знаете, мускусный, яркий, там малина, что там еще, жимолость, такой ягодный, знаете, он дерзкий, как будто бы даже здесь мне мерещится в нем имбирь, хотя имбиря там нет, такой немножечко остренький, там есть, кстати, лотос, вот он немножко разбавляет, дает немножко такой, немножечко водянистости, вот у него, кстати говоря, если он у вас постоит там полгодика, у него очень хорошая стойкость и шлейф, и вот он прям такой, ух, такой запоминающийся, хорошенький, у меня просто есть альфа, поэтому будь счастлива, я себе не брала. Так. Ну и что мне тут еще прислали? Мне прислали вот таких много-много миниатюрных каталогов. Я не знаю всегда, куда мне их девать, мне некому их раздавать. Кому, если надо, кто из моего города, пишите, я с вами поделюсь, мне не жалко. Так, ребят, вот такой у меня был сегодня небольшой заказ. У меня будет еще один заказ, он будет уже побольше. Я вам покажу его, он еще не пришел, он, наверное, завтра придет, но я сниму где-то к середине месяца, что мне придет там. С вами поделюсь, все расскажу. В общем-то, вот так. Всем пока, я с вами буду прощаться, хороших вам настроений.
майских праздников, не мерзнем. Тепло еще будет 100%. Всем пока-пока, до скорых встреч!